Артём Витальевич, я хотела к вам не просто прийти на лечение, а к Новому году подарить вот такую вещь. Носите на здоровье. Я вам очень благодарен. Мы уже это смотрели, потом решили показать на видео. Откуда вы приехали еще раз? Из Москвы. Из Москвы. Вот такая вот вещь у нас. Подарок. Это чистое золото. Понятно? Это не фуфел, а золото. Вот. Я вам очень благодарен. Вот сейчас я покажу еще, пусть все любуется. Вот какая у нас вещь. Ну, нам такое еще не дарили. Нам стихи сочиняли, конфеты, самогонки, меды, траву, все приносили. А вот такого еще не было. Ну вот. Очень. Пусть это будет началом, вы того стоите. Еще раз обнимем. Обнимем. Благодарю. Видите, что происходит? Золото нам принесли, золотишко. Ну, мы у всех смотрим золото. Вы того стоите. Все восхищаются вашей работой, вашими руками, вашим отношением. Это вообще... Я как только увидела первую съемку, я поставила себе цель попасть к вам на лечение. Да, и принести золотишко. Ну, золотишко это... Нет, это реально очень круто и очень приятно. Но видите, даже когда люди там маленькие моменты приносят, там пусть там, хотел сказать заколку, пусть там какой-то момент, это ж внимание. А тут вообще круто. Благодарю и очень удивлены мы и рады. Надеюсь, что вы будете пользоваться, носить. Конечно, будем. Куда ж мы денемся такой красоты. Вам на здоровье. Чтобы я очень рада первым делом встречи нашей, встречи, потому что я вот даже сейчас волнуюсь. Сделаем все возможное. Сделаем.